Дорогие мои люди, друзья, товарищи, приятели и новые знакомые, и старые знакомые в том числе. Без вашей помощи мне не обойтись, это точно. Участвуйте, будьте акционерами в нашем мероприятии под названием «Строительство-ремонт арт-центр Горкундель». Буду истинно благодарен и счастлив, если вы поможете мне и нам. Это очень важно, потому что совсем недавно, как вы знаете, мне дали помещение для осуществления своей давней мечты, то есть арт-центр, где арт-центр Горкундель, где будут происходить различные мероприятия. Музыканты будут играть, художники будут рисовать, фотографы будут фотографировать, все это будет выставляться. Бабушки, пенсионеры и ветераны будут приходить к нам на чай. Мы будем угощать пирожками и всякими другими вкусностями. Вот. И для, ну, соответственно, нужны деньги на ремонт. А как бы лаверды, я предоставлю некоторые такие штучки, вот сувенирные. Допустим, это MP3, это обложка, да? Вот MP3, где все альбомы аукциона, с моей, конечно, подписью, да? И различные флера с различных мероприятий. Допустим, это 50 лет мне, да, было несколько лет назад. Вот такой, да, интересный. И это, допустим, если я не ошибаюсь, это что у нас? Ну, допустим, это Израиль, похоже, да? Флера, которые нигде не достать, как то у меня. Я распишусь, вот, и буду вам искренне благодарен. Помимо этого, концертные всякие штучки, вот две перчаточки такие. Далее, галстук, замечательный галстук из моей коллекции, ну, допустим, вот такой, да? Вот, еще кое-что придумают. Спасибо всем тем, кто стал участником уже данного мероприятия, вот, и очень это здорово, потому что это очень важно. И, соответственно, ваши имена и фамилии будут почетными моментами в строительстве арт-центра Горкундель. Все только начинается и все будет продолжаться, пока строительство арт-центра Горкундель не закончится. Но даже и во время того, как он будет работать, все равно я буду искренне рад с вами дружить. Надеюсь, в будущем это будет один из лучших центров в стране и в мире. Спасибо. Увидимся на Планета.ру.